Музыкальный продюсер, организатор концертов и рок-фестивалей, музыкальный журналист Евгений Колбашев сегодня выступит в Архангельске на семинаре по развитию предпринимательства в сфере музыкальных индустрий. Семинар будет интерактивным. Известные и успешные в музыкальной сфере люди расскажут о работе по организации фестивалей и гастролей, об использовании лейбла и других вопросах продвижения музыки. В семинаре примут участие студенты, музыканты, преподаватели и продюсеры. Для Евгения Колбышева встреча в таком формате будет не первой. Тема у меня – организация гастрольных туров зарубежных музыкантов России и продвижение молодых российских групп. Самый первый семинар, который был в этой стране, он был в 87 году, назывался «Всероссийский всесоюзный рок-семинар» в Екатеринбурге. Он был очень знаменит, потому что там собрались вся тусовка рок-н-ролльная. А потом второй семинар такой же, еще было два таких подобных, делал я сам в Барнауле.